Вершитель, следуя за Тассадаром и пытаясь спасти темных тамплиеров, ты бросаешь вызов самому Конклаву. Отступись от этого безумия, и тогда, быть может, старейшины проявят к тебе милосердие. Не позволяй ему управлять тобой, Вершитель. Слишком долго судьи помыкали тамплиерами. Пришло время нам самим принимать решение. Как же низко ты пал, Тассадар. Подумать только, ведь мы возлагали на тебя такие надежды. Ты был нашим возлюбленным сыном. Но теперь ты потерян для нас. Ты обрек на проклятие и забвение не только себя, но и всех, кто последовал за тобой. Такова цена спасения нашего народа, судья. Несколько месяцев я сражался против зергов бок о бок с темными тамплиерами. За это время прилад Зератул поведал мне их тайны. Судя по всему, энергия, в которой они черпают силы, также питает и сам сверхразум, и его церебралов. Мы уже пытались убить Церебрала, последовав твоему совету. Все оказалось впустую. Он воскрес прямо на наших глазах. Увы, иначе и быть не могло. Энергия, которой управляют тамплиеры, не может причинить вреда ни Церебралам, ни сверхразуму. Только темные тамплиеры способны раз и навсегда расправиться с нашими врагами. Вот почему мы должны спасти Зератула и вернуться на Айнур вместе с ним. Я предупредил тебя, Вершитель. Конклаву это не понравится. Чё мы везде за каких-то предателей играем? Ай. Сюда. А, раскладка. На связи. У нас чулок появился. А, как мало минералов. Нам нужно сразу будет сейчас лучше поискать этот. Другой источник ресурсов. Мяу, мне так нравится это. Так, ну я думаю, нам нужно сначала построить оружие. Тут прям некрасиво. Вход вот этот. Ожидание команды.
Ну, будет вам респен. Изложи свою волю. Зог Колодас. Я слышу тебя, Эрик Хала. Надо посмотреть, тут что-то есть. Так, отлично. С этой иллюзией, в принципе, никакого толку нет. Я-то думал, они как в Варкрафте, короче, как у этого мастера меча. Призываешь иллюзию. И она, в принципе, такая же. Или, может, она урон наносит. Хотя, нет, вряд ли. Просто какие-то пылинки с одним хп. Опа. Чем могу помочь? Я могу быть полезен. Я могу помочь. Ожидание кому? Изложи свою волю. Надо сейчас построить, значит, звездные врата, нанять там скаута и немножечко полетать. Да, он же супер экспенсив. Опа. Изложи свою волю. Принимаю себя. Все, и ради этих двух верлингов меня потревожили. Репортация совершена.
координаты получены. Будет исполнено. Координаты получены. Хаос. Координаты получены. Хаос. Координаты получены. Кокора. Координаты получены. Будет исполнено. Кокора. О. Отлично. Тут надо переезжать-то не особо далеко. Координаты получены. Будет исполнено. Кокора. Координаты получены. Офигеть, мы тут, короче, отрезаны от всего мира. Там без челнока не обойтись, значит. Ух ты. Неожиданно. Блин, эта карта похожа на ту, на которую я уже играл за Зергию. Да все, все, все. Нифига ты бомбишка, нифига. Карел, интересно, зачем там тогда турельки стоят? Они будут на нас нападать? Нет, 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 улетай. Так, пардонте. Кто это? Кто это? Ну только прилетела. Где-то найти мелкие. Кокора, координаты получены. Будет исполнено. Кокора. Координаты получены. Ух ты, они еще и не убиваются, стой. Будет исполнено. Координаты получены. Хаос. Кокора. Нет, стой. Будет исполнено. Нет! Твать, твать, ну как я быстро. Их, ну ладно. Мы еще живы, на многое способны. Кто? Кто? Во имя возмездия отложи свою волю. Да, вершитель не мысль. Чем могу помочь?
О, третий уровень, неужели? Это прекрасно. Как так-то? 28. Почему я их не убиваю с одного выстрела? Ладно. Эту загадку мы решим потом. Так, что вообще нам надо построить? Где? Вот эту штуку, да, чтобы зилы тут прокачать. Тут все, да? Да. Что еще можно построить? Вот завод робототехники. Да, вот. Ну теперь-то они должны умереть с одного выстрела. Что у них за броня? Ого-го. С двух выстрелов. Может, я считать не умею что-то? Ой. Стой, ты, ты чё бачишь меня? Куда ты? Дай попасть. Вот это я понимаю, морские сражения. Ой, морские, господи. Воздушные. О, е, у меня есть все эти гусенички. База имбой. Опа. Фига себе. Челноки, скоробеи. Давайте пока вот это. Ну, давай заранее поставим. Что еще? Пилон еще один. Вот не пилон, вот пилон. Давайте наймем что ли одну штучку. Даже они не такие сравнительно дорогие, как эти скауты. О, архивы тамплиеров. Давайте, ну-ка. Один на один, где он? Упс. Где? Вот он. Ой-ой-ой, это не один на один.
Вот он, красавец. Так, тут у нас кто-то тоже есть. Тут вообще что ли никого кроме этих нету? Ой-ой-ой, я их не заметил. Грустно. Мои войска вступили в бой, давай так. Еще построить можно. Давайте еще челнок, все равно нужен будет. Ну, здесь скаут, видимо. Два. Что еще могу улучшить? А, архивы тамплиеров нужны точно. Где они нужны? Вот здесь, например. Или нет? Вот здесь. А тогда что я парюсь? Здесь все улучшается, какие мы молодцы. Эта штука вообще одна всю армию расхреначить может, я помню. А, то есть получается, изначально тамплиеры вообще как бы бесполезны. Так, ну мне нужно все равно два тамплиера, не только для других целей. Сейчас мы им засаду устроим. Ну как засаду, на своей базе. Ну, они теплее, наверное, да? Все. На большее нас не хватит. А их вообще тут дофига. Не-не-не, я думал у вас тут два. У вас три. Мы будем вас облетать. Хасар де Темплари. Хаос. Координаты получены. Будет исполнено. Кокора. Координаты получены. Хаос. Кокора. Координаты получены. Хаос.
Координаты получены. Будет исполнено. Хаос. Будет исполнено. О, их бояться незачем. Они не будут возвращаться поближе. Что жалко. Понимаю, понимаю. О, 125, неплохо. Ну, на всякий случай тоже. Вау. А, ну да, они какие-то медленные. Нафига ты жирный. Классно. Вот и челнок заполнен. Я тебя полагаю, 2 единички же занимают, да? Или не такие же жирные? Ядрёнка, вот платёна. Это мне ж сколько челноков-то создать надо, чтобы их всех у меня. Мне нужно избавиться от вот этих тварей. Ща я их заманю. Ну все, ждем, когда они восстановятся, и добиваем следующего. Та-та-та-тан-та-та-тан. Ожидаю. Улучшение завершено. Да, вершитель. Эрик Хала. Да будет так. Нас на бой. Я слышу тебя. А чё они так долго убиваются-то? Как-то непропорционально урон наносится в последнее время. Или я считать разучился? Давай ты в конце вот так будешь. Координаты получены. Ожидаю. Хаос. Хаос. На свете. Все, валим. Но я все равно считаю, что это неплохо было. Вообще мне нужно хватить тех ресурсов, которыми я сейчас обладаю. Так, еще челнок. А сколько эти займут? Капец. Ай.
Пассадар пусть пока постоит. Я рад. Хаос. Покора. Координаты получены. Будет исполнено. Координаты получены. Что приказа? Будет исполнено. Мои войска вступили в бой. Координаты получены. Так, тут вас слишком много, ребята. Давайте-ка сюда переезжайте. Так, где третий человек? Я думаю, можно потихонечку начинать штурм, только надо сохраниться, потому что я не хочу, чтобы это Садар умер. А то и такое бывает, да. Мне надо вот этих выгрузить сначала. А чё, тот чувак взорвали всё-таки? Вручную всё как всегда. Да, он куда ускакал.
хаос. Во славу Ату. Я служу Хасу. Чё они там разлетались все? Битва зовёт меня. Я его нас забавил. Я слышу Хасу. Я следую зову чести. Я жажду битвы. Давай. Куда? А, хотя здесь, я думаю, можно нападать уже. Пора вызывать подкрепление.
А где второй чувак? Вот он. Так. Двоих сюда. Двоих сюда. А можно еще двоих. Че, он не может что ли сверху стрелять? Пока. Фига них, как ошпаренные просто такие. Чё? Их по-любому где-то еще здесь есть. Конечно.
Сок Колодас. Исаатур. На связи. На связи. Мои войска вступили в бой. Ну ладно, пусть летят. Твои войска вступили в бой. Изложи свою волю. На связи. Кокора, координаты получены. Хаос! Кокора! Ожидание команды. Подтверждаю, что приказ ждёшь. Наступаю. Медженах. Я жажду битвы. Сложи свою волю. Интересно, почему они... Ну ладно, пусть будут вражескими. Ну, я думаю, в принципе, можно уже не бояться. Может, не надо было? А, пока. Пока, генерал Дюк. Ура!